Куда не пойдешь, в любую сторону города, ты упрешься в речку. Вот за тем мостом, там мост на Киево идет, это речка Ингул впадает в Южный Буг. И получается, город отделен от всего остального этими двумя речками. По сути дела, это полуостров вообще. Соединен только двумя мостами. Один мост идет на Киев, второй мост, который мы видим, он идет на Одессу. Мосты постоянно были разведены и заминированы. Мы когда разводили этот мост, мы делали фотографии, писали «Хер вам, а не Одесса». Даже когда на нас наступали, ну нам как бы отступать, бежать некуда было. Это был февраль-март месяц. В это время преодолеть водное препятствие, которое мы видим, это 2-километровая река. Ну практически невозможно. У меня семья — потомственные железнодорожники. И дедушка, и отец. Поэтому пришлось закончить железнодорожный техникум с отличием. Потом закончил танковый институт с отличием. Но армию тогда сокращали. Я именно выбирал подразделение боевое, в Белгород-Днестровске служил. Пришел туда служить, через год бригаду расформировать, уничтожить, на базы хранения поздавать танки, бронетехнику, оборудование тоже все поуничтожать. Перевелся в Белград. С Белградом та же самая история. Первую аэромобильную дивизию. Сначала были десантные войска, их в аэромобильные превратили. Потом аэромобильные превратить в обычную бригаду. Опять сокращение, опять увольнение. Поэтому после армии, будучи старшим лейтенантом, я досрочно получил первое звание. Предложили работать в МЧС. Я работал в МЧС. Я был замначальник группы спасательных работ Николаевской области в свое время даже одно. Все, выходим сейчас, пойдем смотреть, потом дальше порассказываю. С любого дрона, с любой там аэросъемки, это видно, что это частный сектор просто. Сюда даже не везде и проедет какая-то техника, допустим. И вот этот вот район, один из первых накрывали кассетными боеприпасами. То есть до этого мы вообще не видели их применения. Понятно, что это ракета взрывается в воздухе, разлетается, падают такие небольшие баночки, похожие чем-то вот на пивную баночку, и они разлетаются на массу осколков. Сейчас посмотрите, как это все выглядит. Она разлетается на тысячи вот таких вот штук. Вот она с той стороны упала, и сюда это все летело. И пробивает даже швеллер, на котором крепится этот забор. Там стоит машина, которая вся полностью тоже изрешечена, и колеса пробиты, и все. Если от тех каких-то там артиллерийских боеприпасов идет разлет 30 градусов, то есть если ты упал, допустим, ну хотя бы от самого места попадания, там, я не знаю, в 20 метрах, то тебя, ну если ты лежишь, осколками не заденет. А здесь, допустим, из-за того, что она не сильно глубоко разрыв, очень низко идет разлет самих осколков. Бывает на уровне, ну, буквально 3-4 сантиметра от земли. То есть даже если человек упал, его фактически может достать осколками. Поэтому все люди, когда говорят воздушная тревога или ракетная загроза, надо прятаться именно в подвале. Это единственное спасение. До подвала оно не достает. Если человек находится, две стены закрыто, в принципе, две стены оно не пробивает. В основном все после этого постарались повыезжать отсюда. Но есть люди, которые остались, до сих пор тут живут. Добрый день, Лукич. Вот Лукич присутствовал здесь, когда были эти обстрелы. Ну вот если посмотреть, это через две дачи пролетело оттуда, чтобы вы понимали. Это пролетело одну дачу, вторую. И вот таких вот дырок 16 штук. Вот они насквозь. И все. То есть оно пробило там и долетело аж до сюда. То есть довольно-таки на большое расстояние. Ну, вон кошка целая. Тут. В общем, работал здесь в аварийно-спасательном отряде. И то есть как раз вот это наводнение, ДТП, аварии, все обучения. Проходили обучение альпинизму. Домов, вот они, вот так же я каждое утро строил машины. Тут есть, заступает несколько отделений. Разные задачи, там сзади спортзал, это все было, когда-то была моя вотчина. В 2014 году был в самообороне города Николаева, стоял на блокпостах, не было никакой, ну тогда помните, по всей Украине, когда власть бежала со мной и городов, было и у нас такое. Все эти партии регионов думали, что их вообще там на столбах будут вешать, а потом они повозвращались в город. Давид Арахамия тогда был просто предприниматель в нашем городе, приезжал нам, покупал там покушать и бронежилеты.
Тут, кстати, табличка стояла, тут чуть ли не старейшее дерево в нашей области, вот это. Вот видишь, дерево целое осталось. Здание посносило, дерево целое. В конце марта, 29 марта, нанесли ракетный удар. Это было рано утром. Повезло, что не все люди были на работе. Взрывная волна была такой силы. Со всех соседних домов на несколько кварталов вниз повыносило окна, двери. С 27 числа я непосредственно уже был старшим офицером управления бригады. Мы уже тогда выполняли задачи, стояли на блокпостах, охраняли периметр города, выезжали, когда нам сообщали где-то на ДРГ. Наши подразделения находятся на второй, на третьей линии, местами даже на первой линии обороны. У нас большинство батальонов участвовали в боевых действиях. Есть и 200-е, и 300-е, то есть непосредственно встречали людей, уничтожали технику противника, поэтому вот как-то так. Февраль 22 года. Я вообще думал, что это начнется раньше. Ну, у меня трое детей, младшему ребенку у меня 3,5 года. Я понимал, к чему это все и ведет, и поэтому мне надо было обезопасить свою семью. Я не был на тот момент кадровым офицером, вывез, в общем, Загайсин. Машина загружена этими вещами, жена плачет, кричит, вывези нас на границу. Я вышел с машины, дал ей ключи и все. Ну, я по гражданке стою, просто написал на картонке, вот просто на заправку, еду быть ворога. Это ж февраль месяц, 25 получается февраля, вышел с этой табличкой, стал просто на дорогу. Мимо меня такой поток транспорта в два ряда идет на западную Украину. Я как идиот один с этой табличкой стою в ту сторону. Не столица вже ж, але все рідно. Никогда не хотел уехать с города Николая. Ты знаешь, Одесса мне не нравилась грязной. Когда в Харькове учился в танковом институте, не обидеть харьковчан, тоже мне все время хотелось вот именно домой в Николаев. Не знаю, я очень сильно люблю свой город. Наверное, я патриот города. У нас есть свое море, есть Очаков, есть Рыбаковка. Да, это не такие раскрученные курорты. Ну и слава богу. 2 года назад мы решили открыть барбершоп Black House. Это просто сегодня полная запись, и они поставили ребята, что уже все занято. Давайте зайдем. Заходите. Вот так вот у нас. 50 дней ребята стригли вообще бесплатно. 50 дней ребята стригли бесплатно. В части ездили воинские, всех. Большинство пошли вообще служить. Вот остались 2 мастера, которые практически каждый день работает. Жена, надеюсь, не посмотрит это видео. Она говорит, когда мы поедем в Рим? Я говорю, сначала поедем в Крым. Это матрос Гнат Шевченко. В Севастополе есть такое тоже панорама. Севастополя обороны, и там ему памятник стоит. Это именно те люди, которые воевали, освобождали Крым. Он, правда, погиб, защищая родного брата будущего императора, поэтому ему поставили памятник. Когда у нас отжали Крым, захватили, ну просто российские агрессоры, я им всегда скидывал эту фотографию, говорил, что вы можете прийти в панораму Севастополя и посмотреть, кто воевал вообще всегда за Крым. А вы, падлы, всегда прятались за нашей спиной, за спиной моих предков, потому что в этом городе родился мой отец, в этом городе Николаеве родился мой дед, родился мой прадед, и это родной брат моего прапрапрадеда.